Твери перекрыли центральные улицы для подготовки к параду Победы. В частности, ограничено движение и парковка на участке площади Михаила Тверского. Движение и парковка всех видов транспорта запрещена с полуночи 3 мая до 10 часов утра 11 мая на площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского в районе домов номер 1, 2, 3, 4, на улице Андрея Дементьева от улицы Рыбацкой до улицы Крылова, на улице Вольного Новгорода и улице Новоторжской от Студенческого переулка до площади. С 6 часов утра 5 мая до 10 часов 11 мая будет перекрыт участок Краснофлотской набережной от площади Победы до улицы Тимирвальской.